Всем привет! С вами Яна Мишук. И сегодня я приехала в свой любимый центр «Атмосфера», чтобы посмотреть и показать вам, какая же сейчас есть верхняя одежда. Магазин «Манзони 24» – он один из лучших в городе. Здесь собрано все. И пуховики, и пальто, и парки. Совершенно разные по стилю и разные по цене. Это магазин для людей с изысканным вкусом, и сейчас вы в этом убедитесь. Я особенно люблю магазины, в которых в одном месте собрана верхняя одежда совершенно разных направлений, для разных температур, для разного образа жизни и для разных событий. И этот магазин именно такой. Сегодня у нас в подборке будут участвовать модели разные, модели совершенно для разных ситуаций и на разный кошелек. И вы убедитесь, насколько они все классные и все вам очень понравятся. Итак, когда мы говорим о верхней одежде, то мы всегда вспоминаем шубу. И хотя и в тренде у нас искусственный мех, искусственные разноцветные шубы, но мечтой почти каждой девушки остается натуральная шуба, которая будет выглядеть очень солидно, статусно и благородно. Конечно, седой соболь – это мечта очень большого количества женщин. В этом магазине представлены лучшие соболя в Киеве. И сейчас мы одну такую шубу померяем. По-моему, выглядит шикарно. И несколько советов, если вы выбираете шубу. Обязательно обращайте внимание на ее крой, на ее фасон. Шуба должна быть прямая. Приветствуются шубы, которые выглядят как халат с запахом и с бортами. Это один из лучших фасонов шуб с бортами, напоминающий классическое пальто. В такой шубке вы всегда будете выглядеть очень солидно, очень статусно и очень благородно. Если выбираете пуховик, то обращайте внимание на какие-то креативные, необычные модели с интересными деталями. Например, как у этого пуховика. Пуховик сам по себе очень объемный, очень оверсайзный, за счет чего очень теплый. В зависимости от погоды вы под него можете одевать как футболку, так и теплый свитер, и в любую погоду вам будет тепло и уютно. А еще вот такие необычные детали, как этот стеганый шарф. Ими можно поиграть, как-то покреативить и создать вообще очень запоминающийся яркий образ. Но в этом сезоне обращаем внимание не только на объемные пуховики. Обязательно в вашем гардеробе должен быть тоненький пуховичок, который будет служить дополнительным слоем, когда вы носите пальто или же шубу. Сейчас покажу, как это выглядит на практике. Все мы знаем, что пальто, даже шубы, какого бы теплого меха они ни были, они иногда не прилегают к телу, и в ветреную погоду, в достаточно холодную погоду нам прохладно. И для этого у вас может быть дополнительный тонкий пуховик, который вы носите в более теплое время года, а зимой вы просто его одеваете под пальто или под шубу. Принцип такой: из-под вашего пальто или шубы вполне может выглядывать тоненький пуховик, который является очень теплым слоем. И поверьте, уже никакие морозы вам не страшны. И именно таким способом советую вам носить следующий хит сезона. В народе называется дубленка на выворот. Это пальто из овчины, но мехом не внутрь, а наружу. Если одеть на тонкий пуховичок или на пуховую жилетку, вам будет очень тепло и будете выглядеть ультра круто. 29 ноября в торговом центре «Атмосфера» будет «Черная пятница» с мега крутыми скидками. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал торгового центра «Атмосфера», чтобы быть в курсе всех новостей и знать, что купить в день самых больших распродаж. До встречи 29 ноября в торговом центре «Атмосфера». Ну и кто сказал, что шуба обязательно должна быть коричневая или черная? Если вы хотите, то ваша шуба может быть цветная, еще и с принтом. Например, вот такая супер-классная шуба является модной, актуальной, современной и базовой. Носите такие шубы смело, и пусть у вас будет всегда замечательное настроение в такой верхней одежде. И уже который сезон все знают, что очень теплая – это парка. Если выбираете парку, советую обратить внимание на какие-нибудь классные модели ярких оттенков, которые сочетают в себе, может быть, разные материалы, разные кусочки, чтобы выделяться из толпы и выглядеть очень стильно.
Предлагаю, в таких парках можно покреативить, добавить к своему образу каких-нибудь блестящих элементов, какие-нибудь крутые вообще такие фишки. И совершенно неожиданно для себя я нашла супер классную и супер теплую вещь для любителей длинных прогулок, для тех, у кого маленькие дети и вы хотите гулять с ними долго. Незаменимая вещь – это пуховик с шубой двухсторонней, два в одном. Теплее чего-то придумать просто невозможно. Мне кажется, я рядом с ней стою, мне уже тепло. Но сейчас мы померяем. Если нужно максимально утеплиться, или сверху идет мокрый снег, или моросит дождик, одеваем пуховиком наружу. Если хочется одеться более нарядно и выглядеть более торжественно, одеваем шиворот на выворот. И прям как в кино, брюки превращаются в элегантные шорты, а наш пуховик превращается в очень классную, элегантную норковую шубу. Но причем шубу очень теплую, потому что внизу у вас пуховик. Очень теплый, очень плотный, очень зимний. Ну что, вы уже убедились, какое большое разнообразие верхней одежды собрано в одном магазине. И чтобы не ездить по городу в поисках пуховика, пальто, парки, приезжайте сюда, здесь все есть. В комментариях пишите, какая верхняя одежда понравилась вам больше всего. Подписывайтесь на канал Атмосферы, потому что здесь вас ждет очень много интересных и полезных видео. С вами была Яна Мишук, персональный стилист и шопер.